На конференции, которая прошла в региональном ГУ МЧС по итогам первого квартала 2014 года, отчитался временно исполняющий обязанности начальника областного управления Сергей Самойленко. Сразу хочу сказать, что по итогам зимнего периода, а статистика у нас говорит в том, что ни одного человека, погибшего на водных объектах в зимний период, у нас не зарегистрировано случаев. Также была затронута тема подготовки к весеннему паводку и пожароопасному периоду. В связи с рекордными температурами сезон пожаров приблизился примерно на 2 недели. Весеннее половодье, оно у нас уже сейчас, пиковые отметки уже прошли. То есть, если брать по городу Рязани, максимальный уровень подъема воды в реке Ока был 120 сантиметров. Пал сухой травы. Эта вредная привычка имеет своих подражателей. Зачастую именно, казалось бы, невинного поджога сухостоя и начинаются масштабные лесные пожары. Если мы заметим, у нас сейчас идет большое количество палов сухой травы и по городу Рязани, и в Рязанском районе, и в Рыбновском. Вот, то есть, соответственно, понятно, что все, что касается подготовки к данному периоду, мы сейчас ускоряем. Так что, дорогие рязанцы, будьте осторожны с огнем, не развлекайтесь со спичками. В общем, берегите себя и наши общие леса.